moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Нету, оденься, простудишься. Хорошо. Ни на минуту нельзя оставить одних. А ну сейчас же перестаньте! Мать положила их сушить, а вы что делаете?
Вот вернется, она вам задаст. Думаете, я за вас буду заступаться? Идите, чертенята. Эй, вы разбойники? О, Боже, что тут творится? Прекратите это безобразие. Кому говорят? Опять войну затеяли. Положите подушки на место. Ах ты так, родного отца. Мама, я ведь вам кукурузу велела чистить. Покажу. Мамочка. Тоси, я... Бездельники, а ты что дома? Мама. Почему ты сегодня на работу не пошел? Мамочка. Это что же работа? Мам. А ты откуда взялся? Я. Ты что, не видишь, что он опять домой вернулся? Вижу, но... Ну что, ты там не можешь пожить немножечко, а? По дому затасковал. Полдня не была дома, а уже соскучилась. Даже на поезд злилась, что так медленно идет. Смотри-ка, весь в тебя, хитрюга. Мой самый славный мальчик. Наш мальчик. Наш. Отпустите нас пораньше, а то на свидание опоздаем. Мы ведь все равно не попадем на доску почета. Ты попадешь, ты обязательно попадешь. А мне бы хотелось рядом с вами. Можно вместо меня? Товарищ бригадир, пусть дядя Кирилл угадает, сколько у меня здесь яблок. А ну-ка. Ах, озорница. Раду, когда за кроликом зайдешь? После работы загляну. Буду ждать. Товарищ бригадир, вы меня извините, пожалуйста, за вчерашнее. Сама не знаю, что на меня нашло. Это больше не повторится. Ну ладно. Иди работай. Все, все собирайте, все. Ящиков хватит? Хватит, хватит. Ну вот. Ну хорошо. Скоро прививку будем делать. Спасибо, Юлечка. Ой, мой родной. Мой милый. Сейчас домой пойдем. Давно не было тебя, отец. Прости. У нас с Юлией все по-прежнему. Хотим усыновить твоего внука, Миту. Так радостно, когда он нас встречает. Что тебе еще сказать, отец? Очень мне не хватает тебя. Здравствуйте. Что случилось, Вера? Бабка Ангелина дом продала. Ой. А где же ты теперь? Хорошо, еще Елена Браду согласилась взять на время. Да. Но у них же там куча народу. Ну и что? Веселее будет. Да.
Веселее. Юлия! Раду! Господи, и что моему сорванцу здесь не живется? Тасия! А ты что, опять за своей лисой гонялась? Надоела она мне. Уже ночами снится. Эта лиса хитра, как моя покойная свекровь, царство ей небесное. Пошли в дом. И отцу тоже. Что, опять новый ковер купила? Нравится. Еще бы. Вот бы моим дочкам такой. Ничего, еще лучше наживешь. Угу. Легко сказать. Попробуй при семерых-то. Девятый ковер. А ты что считаешь, что если у нас нет детей, так нам ничего не нужно? А может быть, пригодится. Может быть, ой, люди добрым словом помянут. Или будет еще кто? Дай бог. Раду. Опять не ту сбежал. Ну, я пошла. Твой, почему не вышел сегодня на работу? У нас кукуруза. Своя, чистит. Кукуруза. Сегодня кукуруза своя, завтра свой виноград, послезавтра свое вино. Это чье? Это мое? Если ударит мороз, 200 гектаров сгниет. Что, мне одному это нужно, черт побери? Я пошла. Желудочек у девочки заболел. Чем лечить? Рисовым отваром напои, завтра в больницу приведешь, врачу покажешь. Ох, как я устала, как устала от них. У вас здесь тихо, как в раю. Ну, подожди. На веранде возьми конфеты ребятишкам и костюмчик для Миту. Не сердись ты на мальчонку. Но... Большой он уже, трудно иди, ему иди. Привыкнуть. Ладно, сестра, иди. Ну и с другими так было. Не родные мои. Пошли. Это что еще? Что? Прошлой весной мы с тобой вместе заказывали в Талмазе у старых монашек. Привезли. Юлия, зачем нам столько барахла, Юлия? Ты посмотри, какая работа. Краски все натуральные. Красные из побегов дикой лесной яблони. Коричневые из коры дуба. Позабыли мы эти рецепты? Многое позабыли мы, Юлия. Тасия, скажи своему мужу, чтобы завтра организовал людей на сбор винограда. И ты тоже выходи. Слушаю. Привет. Закончили? Спасибо. Молодцы. Завтра всей школой выходить на другой участок. Да, на шестой. Ну, до экзамена еще далеко. Самый главный экзамен для всех нас – это урожай. Пока.
И чего я его раньше не отдала, глупая моя голова? Может, и прижился бы здесь, в отцовском доме. Именно тот метод, который сейчас очень необходим в сельском хозяйстве, потому что он укрепляет дисциплину, поднимает ответственность каждого и всех вместе за судьбу урожая. Урожайность в этом году у нас должна 10 центнеров гектара быть. Стараемся. Этот метод у нас второй раз. Вот. Черт, как холодно в этом доме. Я затоплю. Кто же топит в это время? Это еще. Что это? Книги. Сколько же ты денег на это ухлопала? Ты посмотри, какой рисунок. Целая сказка. Ты же знаешь, я никогда не шел против твоей воли. Баба я. Может, ты ошиблась в чем? Юлия, должно быть, мы оба в чем-то ошиблись. Ведь ничего с собой не возьмем. Ничего. Зачем с собой? А вдруг оставим кому? Может, Миту или будет еще кто-то? Почему кто-то? Я хочу, чтобы мой был. Чтобы я его научил всему, что я знаю. Разве мы виноваты, что их нет? Зачем я тебя послушалась, когда дом этот строили? Хоть бы жили среди людей. Я не мог идти против воли родителей. Весь наш род в этот холм врос.
Раньше здесь село было. А теперь вон куда ушло. К шоссе, поездам. Я договорился с бульдозеристом. Я снесу эту старую халупу. Чем старую сносить, ты бы лучше. Новый дом достроил. Бабка Ангелина свой дом продала. Слышишь? Ты правильно сделала. Ей давно пора жить с сыновьями. Наша новая медсестра у нее комнату снимала. Кстати, она была здесь. Смешная, ей очень понравилась. Говорит, как у вас тут красиво, далеко от суеты. Видишь, чужой человек сразу красоту заметил. Из каких она мест? Ты знаешь, она что-то рассказывала. Я не помню. Девичья твоя память. Ты знаешь, у нее... Как? Никого нет? Я думаю, а что если нам ее... Что? Взрослого чужого человека? А если мы к ней привыкнем? Да, но ведь дом он для людей. Мы к ней привыкнем. Она к нам привыкнет. Она к нам, мы к ней привыкнем. Давай сюда, девчонка, давай сюда, давай. Она к нам привыкнет, она а мы к ней. К нам, к ней, давай. Обними меня и спи. Спи. Да, но я ведь никогда не шла по твоей воле, правда? Ты... Правда, правда. Ну, знаешь что, слушай, если нам закрой действительно... глаза, обними меня и перестань говорить глупости. Фу. Ну тебя. С тобой серьезно, ты как маленький. Стой. Ох, добро валяется. А у меня бочки нечем затыкать. А, дядя. Председатель правления вызывает. Вчерашний наряд отменяется. Опять делегации к нам. На этот раз японец. Опять придется погреба показывать. Здравствуй, Юлия. Здравствуй. Да. Ну что, Нелу пишет? Мне-то пишет. А вот Севастица, паршивец, нет. Разве можно так поступать с девушкой? Она-то еще с нами здоровается, а ее родители... Думал, хоть младший вернется из армии, женится, останется при нас. Остальных по полгода не вижу, не слышу. Говорят, уважают и их где-то. Там. Моих парней. Мой брат умер. Хоть было кому глаза закрыть. А мы с Келиной как умрем. Ну-ну, рада вам об этом говорить. Свадьбу справим. Потом внучата пойдут. А потом? Дети, они всегда радость. Радость-то радость, а мне больше горя от них. Хорошо, что их у вас нет. Из-за того, что мой паршивец не пишет Севастицы, ее отец такой забор за одну ночь поднял между нашими дворами, макушки не видно. Войну всю вместе прошли, последний кусок хлеба делили. А теперь, пожалуйста, ведь решено все было. Сколько ведер вина выпили, пока думали, обсуждали, что и как.
Юлия, накатай письмо этому Ахламону. Я же не завтракал. Да, да, Юля, напиши, это у тебя хорошо получается. Ладно, дядя, не хорохорься. Доброе утро. Доброе. К вам? Юлия, к тебе пришли. А это ваш такой хорошенький ослик? Подобрала его по дороге. Не нужны они теперь никому. Жалко было. Ничейный. Здравствуй, Вера, входи. Здравствуй. Ну, ну, поехали. Это наша новая медсестра. Ну. Она будет вас жить. Ну. Ну, ну, не ленись, ну. Ты же знаешь, ну, я никогда не шел против твоей воли. Давай, давай, давай. И я. Ну, не хочет. А ну, пошел! Давай, давай. Ну, капризный. Пошел. Вперед. Так ты напишешь Неллу? Сегодня пока напишу. Не волнуйся. Прошу вас. Минасан, усиро на хо нио каке кудасай. Вчера вы росириска? Хай, хай, дозо. Чотто сумимасен. Поехали. Не подскажете, как пройти к больнице? Через лужайку, а потом прямо по дороге. Там и увидите. Спасибо. Вот тут ванная. Угу. Кухня дальше по коридору. А я где буду жить? А ты? Вот тут, в детской. Это комната Миту. Сколько игрушек! Это твое полотенце. Ты что? С цветочками. Иди мойся и ложись отдыхать. Не хочу. Ну ты после смены. Хочу яблоко. Иду за яблоком. Салют. Пол страны прочесал, но тебя нашел. Узнаете? Фу. Дворец, пруд. Ха. Рыбки. Вы здесь хозяйка или так? При дворе? Игорь, зачем ты приехал? Разобраться. Неужели ты не понял? Давно все кончено. Было время, когда я снился тебе. Ты и сейчас мне снишься. Иногда. Ты помнишь, как мы мечтали скопить денег, поехать на юг, посмотреть, как цветут мои... Ты же сам меня заставил. Сам. Тебе хотелось ребенка. Прокормить на одну мою стипендию. Это же абсурд. Ты... Ты ничего не понял. Вера, ну сколько можно об одном и том же?
Мы живем один раз, последний раз живем. Надо путешествовать, видеть мир своими глазами, не по телеку. Хватит с меня моих родителей. Мать не успевала нас обстирывать. Отец вкалывал за семерых. Мы оба ошиблись, Игорь. Поздно. Милая, ну прошу тебя, поедем со мной. Я не могу без тебя. Слишком больно ты меня обидел, Игорь. Пускай пройдет время. Обидел? Хватит сантиментов. Я тебя заставлю. Я тебя силой верну. Нет, Игорь, нет, я так не могу. Я должна сама прийти к этому. Ну, пусть пройдет время. Ладно. Постараемся и это понять. Пригласила бы. Человек с дороги. Снова в дорогу. Я любила его. Ну-ну, я уже съел с японками. Ой, маленькая. Голодная какая. Пора же маленькая, чтоб пить. Нельзя. Японцы только для еще. И приезжали? Нет, они еще спросили. А сколько стоит трактор? Сколько стоит комбайн? И, конечно, никто из них не знал, что ответить. Нет, мы ответили, что наш бухгалтер на каком-то семинаре. Они. Они? А сколько стоит семинар? Еще. Это тебе. Спасибо. Вера, давай быстрее. Ну что ж, вот сейчас мы тебя познакомим со всем кланом моего Раду. Да, их великое множество. А правда, что Нелла с невестой приехала? Да, говорят. Куда тебя черт понес? Дома столько работы, а ты о том знаешь филикать! Бездельник! Быстрей! Быстрее, кто догоняет! Чтоб лопнули меха твоей проклятой гармошки! Давай руку! Спасибо, откликнулся на мой зов. Раду, ну ты смотришь, что ли? Салют, барабанщику! Не упади! Я тут, как тут! Вера! Вера, возьми! За мной! Дружба, дай есть барабан. Дружба! Готовьтесь! Дай помогу! Так, удобно? Хорошо. Давай барабань!
еще несите. А, вот и рад. Совсем с этим балом симфоническим оркестром. И он царь. Здравствуй. Здравствуй, Нелу. Нел. Здорово, Ника. Ой. Знакомься. Вера. Здравствуй. Нелу. А ну-ка покажи свою невесту. Она еще не проснулась. С дороги устала. Тетя Келина. Здравствуй, Юля. Дай сюда. Поймай. Давай помогу. Уму непостижимо. Как это наш Нелу смог такую красавицу сюда заманить? Я посмотрю, что твои выкинут, когда вырастут. А севастица как же? А севастица, между прочим, плачет в соседнем дворе. Ты видел этот забор? Ему виной ты, сынок. А знаешь, что значит для меня этот человек, с которым я сейчас из-за тебя не могу словом обмолвиться? За одним столом посидеть. Отец, я же не маленький. Молчать. Сынок, доставь ты его, путь болтаю. Его же не остановить. Нелу, ты останешься в селе? Я в армии специальность получил. Какую? Мастер по радио и телеаппаратуре. А моя невеста почтовый работник. О, молодец. Хотя бы рассказал, откуда народом. Вот с этого бы и начал, отец. С Волги. Вот. А родители ее знают, что вы женитесь? Нет. Как же без родительского благословения вы можете? Как, я спрашиваю? Как ты посмел? Неужели и она такая ветреная, как и ты? Она хороший человек, мама. Ну вот что. Сегодня же езжайте в Кишинев и первым самолетом за родительским благословением. А к вам с Юлей у меня большая просьба. Быть посаженными родителями. Решай сам. Мне трудно что-то сказать. Ты ведь знаешь, как я отношусь к севастице. А ну, ребята, оправдаю доверие. Добрый час, Нелу. Спасибо, Рада. Спасибо, Юлия. Сейчас позову. Дорогие гости, к столу. Ленуца, Георгий. Василий, ну, садись к столу. Ну, чё ж, стоя. Тетя Юлия. Что? Там севастица. Севастица? Сказала, чтоб Нелу пришел. Где? Там, за забором. Нелу, севастица, это я, Юлия. Я звала Нелу.
Севастица, послушай меня. Мила любит другую. Нет, не хочу и слышать. Она приехала с ним, значит, тоже любит его. Они помолвлены, они счастливы. Глупости. Поэтому ты должна отступиться. Севастица? 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 Никогда. Ни за что. Милая моя Севастица, поверь мне, я очень тебя прошу. Нельзя строить свою жизнь на обмане. Из этого ничего не выйдет. Ничего. Нельзя мешать счастью человека, которого ты любишь. Это моя жизнь. Моя. И я тоже буду бороться за свое счастье. Да, буду бороться, и никто меня не остановит. Я делаю все, чтобы он был моим. Все. Скажи им сам, меня они не слышат. Эй, красавчики! Все люди работают, а вы что? Да что ты, картошку? Да, и тебя можем угостить. Я хочу, чтобы вы работали, как все нормальные люди. Смотрите, мы детей сорвали с занятий. Это ваши дети, вам не стыдно? План-то выполнили. Сам хвастался по радио на целый район. Брось болтать. А-а-а. Кому оно нужно, это гнилье, все равно пропадет. Зря только людей по такой погоде мучаешь. Для меня здоровье дороже. А ну-ка вернись. Да пошел ты! А ну, вернись! Кому говорят, ты спекулянт? Ты не выращивал этот виноград? Тебе не жаль его, да? Ты его только жрать умеешь. Наш, жри, жри! Всю весну и лето шлялся, черт знает где. Да что? Гонялся за длинным рублем. Совсем совесть потерял. Вы только посмотрите на него. А на зверь. Да я кормил из пятерых детей. А кто тебя дома ждет? Кто? Твоя бесплодная тёлка? Человека обидел почему-то. Была Юлия девчонкой. Прямо тихо. Можно подумать, что ты была тихоней. Раду на нее никакого внимания не обращала, так она из кожи вон лезла, чтобы он посмотрел в ее сторону. Он в техникум, и она за ним в город. В медсестры. Только этого ей было мало. Раду из армии вернулся и не думал жениться, ведь он собирался в институт поступать. Так Юля, как ветер на него налетела. Бедный Раду и про институт забыл. Представляешь, моргнуть не успел, как под венцом очутился. Вот я и думаю. Ну не заманить ли нам Мирчу для Веруцы, а, Юля? Ой, кто это? Шофер. Усатый такой работает у вас на скорой. Ты сон ей лучше разгадай. Какой сон? Как я за лисой гоняюсь. Юлия. Где моя бежевая рубашка? Я в правлении. В шкафу. Вера, достань. Угу. Тебе тоже сейчас на дежурство? Потеплее оденься.
А то простынешь. Холодно очень. Шаль надень. Ой, ты бы проводил Раду. Хорошо. Так это же наша шаль. А? Бабушкина, кашемировая, турецкая. Это мне Юлия подарила на день рождения. Турецкая? В этой шале на первую хору ходила. Раду, помнишь? Слушай, это наша шаль. Наша? Я же помню. Не ваша, а наша. Была ваша, стала наша. Я все думаю, прошел уже почти год. А вы обо мне ничего не знаете. Никогда ни о чем не спрашиваете. Зачем? А я ведь была замужем. Это было сразу после школы. Да. И показалось, что он единственный. Самый красивый, самый хороший. А потом? А потом, когда я ждала ребенка, он сказал, что аспирантура важнее, что вначале надо встать на ноги. Может, он был и прав. Человек хочет стремиться к чему-то большему в этой жизни, верно? Может быть, не знаю. А потом, когда это случилось, из меня как будто вынули душу. Я всех ненавидела. А потом наступил Новый год. Самый любимый мой праздник. Мне казалось, что Новый год обязательно должен что-то изменить. Всех сделать счастливыми. Но мои ожидания не оправдались. Я тоже с нетерпением жду Новый год. А потом я приехала сюда. Вот и все. Я разболталась, да? Да нет. У каждого что-то бывает. Нет, нет, да подступит аж к самому горлу. Вечер сегодня какой-то необычный. А вам, наверное, неприятна моя история? У вас же ведь... Ничего. Живем же. Ух, Юлия. Беда может случиться. Хотя брат он мне... В последнее время... Какой-то он странный. Ходит... Как водоопущенный. Ну, о людях веселится, будто черт его щекочет. А домой придет, поужинает и сразу в свою комнату. Даже свет не зажигает. Все думает, думает о чем-то своем. Не нравится мне все это. Ой, жарко. Но сама же говорила, что изменился. Когда? Сейчас у тебя на глазах с другой ушел. А в селе знаешь люди, что говорят? Чепуха. В нашем роду спокон веков такого не было. Что? Да все же держи ухо востро. Я знаю своего мужа. Из этого дома он никогда никуда не уйдет. Что? Вот тоже мне. Ну? Маленькая игрушку нашла. Ну, смотри. Раду, дров в камин подкинь. Ой, я к Тасе, на минутку. Ну, она кого угодно заговорит. И Новый год без тебя придется встречать. Не волнуйся, я к шампанскому успею.
Este pupușorul se pornește și începe a colinda pe la casa ora. Hai și mai îndemnați, băi! Руку давай! Лёд! Давай, шеф! Ничего там не глубоко! Крепче держись! Крепче! Крепче! Раду, держи! В дом её скорее! Я летала, летала, да приводилась на дом. Хватит шутить! Ой, теперь, видимо, нет. Хватит шутить! Дошутилась! Тоже мне фигуристка! Я же тебе предупреждал! Лед тонкий. Я сама пойду. Ты уже сама докаталась. Ну все, ребята, пошли. Ну, теперь туда. Не все себя, все абсолютно. Вот так. Вера, где у Юлии спирт? Спирт где? Вот он. А ну-ка ложись. Ложись давай. Дай руку. Din durere, din bucurie,
Есть un prag, un prag sau poate piatră, căreia i-am zis mândrie, cum din vară până-n toamnă, de la vis la întrupare. Este o cale, o șovamă, care i-am zis răbdare. У колыбели очага, у боли и радости, есть порог, свой камень преткновения. Он зовется моею гордостью. Флакарям луат ин спаде, мам легам ку еле бине, дар дурерили ку тоаде, скай се цим шакун де мине. Din vară până-n toamnă, de la vis la întrupare, este o И от лета до осени, и от мечты до яви есть дорога, дань человеческая. Мы ее называем терпением. Подпоясался я жгучим пламенем, чтоб уйти от всего земного. Словно грешник стою на дороге, за плечами далекое прошлое. Cărare de cenușă, într-un râs sări de soare. Am să-ți bat din nou la ușă, iarbă sfântă născătoare. Пройду выжженной тропинкой, когда солнце только встанет, и найду свой луг заветный, весь в траве, вечно зеленый. Я долго боролся с собой, Вера. То, что сегодня произошло, понимаешь, я не хотел этого. Сейчас мне кажется, что мы сами себя обокрали. Не могу я так. У тебя руки. Корявые у меня руки. Потомственные, крестьянские. У тебя прекрасные руки. Раду. Милый. Радость моя. Скажи. Ну, скажи. Грешно любить. Не знаю. Ну, скажи, что любовь не бывает грешной. Она просто бывает или не бывает. Не знаю. Раду!
Никогда не было так тяжело, как сейчас, отец. Я не знаю, как мне дальше быть. Если бы я знал. Пожалуй, единственное, что я могу еще сделать. Что я могу еще?
блокаду, милый. Почему ты не спишь? Юлия. Юлия. Почему я так жестоко поступил по отношению молчи, к тебе? Молчи. Юлия. Не теперь, Раду. Дай мне все сказать, что у меня молчи. На душе. Я прошу тебя, милый, молчи. 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 Я сделаю все, как ты захочешь, но прошу тебя сейчас, молчи. Самый радостный день – это последний день уборки урожая. Поздравляем вас с праздником! С праздником урожая, товарищи! Труженики нашего колхоза вырастили хороший виноград и досрочно справились с годовым планом. Поздравляю, Раду. А сейчас приглашаем вас на спортивное состязание. Пожалуйста. Победители ждут призы, нет. Памятные подарки. Ну, давай. Еще, еще немножко. Молодец. Не получается. Знаешь, что, Тофей, давай детей мне напрячь. Сейчас мы все призы возьмем. Я тоже хочу. Алло, моя Русь, покажите, на что вы способны. Помогите папе. Так, так, хорошо, хорошо. Молодец, Тику. Давай, теперь ты. Вот, 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 лезьте, 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 лезьте. Вон, не бойтесь, ваш отец все выдержит. Да все. Молодцы. Так, теперь ты, Тику. Вот, Арсений. Тику, держись крепче. Ах, вы мои золотые. Тофея, Тофея. Тику, осторожней. Ты слышишь, что люди говорят? Одного не хватает. Залезай ты сама. Погоди. Тику, осторожней. Если нам я люблю тебя.
Знаешь, я многое понял. Я не могу без тебя. Давай начнем все сначала. Игорь, как бы тебе это объяснить? Но мне сейчас все равно, есть ты на этом свете или нет. У меня будет ребенок. Что? Ты шутишь? Врешь! Ты меня предала. Предала. Говорила, подожди, а я, дурак, поверил тебе, поверил и оставил в этой дыре. Надо было силой тебя увести. Силой. Что вы так кричите в чужом доме? Нехорошо. Кто это? Хозяйка этого дома. Что это за дом, в котором нет хозяйки? У нас свои дела. У вас с ней давно уже нет никаких дел. И вы это прекрасно знаете. И вы сейчас же уйдете отсюда. Вы слышите меня? Вас здесь не ждут. Я зашла за вещами проститься. Раду, я должна уехать. Куда? Куда-нибудь, я не знаю куда. Раду, я ушла. Я думала, что этот месяц что-то изменит, но это не так. Я должна была вернуться, я должна сказать. У меня будет ребенок. Ребенок, ребенок, у тебя будет ребенок, Господи, мой ребенок. Раду! Я слышала. Любишь? Я знаю, Юлия. Я очень виноват перед тобой. Я понимаю, что все это жестоко. Но мы иногда не властны над собой. Нет. Я сама. Я сама виновата. Я виновата.
Мы все виноваты. На то мы и люди. Да? Но все-таки мне кажется, что у человека должно быть что-то святое. Не так, Раду. Господи. Ой. Ты хозяин в этом доме. Мне жаль, Рад. Мне жаль, что ты не был таким же сильным и решительным. Тогда, много лет тому назад. Может быть, моя жизнь. Да и твоя. Может быть, наша жизнь сложилось бы иначе. После тебя будет кому жить. Юлия. Не надо, Юлия. Не надо, Юлия. Не надо. Я уеду. Уеду. Ты зря говорила, что тебе не идет этот наряд. Ты в нем очень красивая. Тетя Раду, тетя Юлия, я больше не буду от вас убегать. Я буду всегда у вас жить. Нет. Выход должен быть. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.